Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам мои покупки из Турции, которые мы сделали в июне, когда ездили в город Кемер, Турция. Во-первых, мы купили там вот такие спиннеры, или, как мой младший ребенок говорит, вертушки. Эти спиннеры там стоят примерно 3 доллара, но можно найти за 2. Мы нашли, как всегда, подешевле за 2 доллара. Вот у нас в отеле все дети ходили, вот так крутили эти вертушки, хвастались ими. Мой ребенок тоже сразу же попросил, и я купила. Ему они очень понравились, ну вообще они успокаивают нервы и так далее. Но я хочу сказать, что эти спиннеры довольно увесистые, тяжеленькие, потому что они металлические. Поэтому я не сказала бы, что они такие безопасные. Но сейчас почему-то мода на эти спиннеры. Вот, мы купили простые за 2 доллара. Например, 3-4 доллара иногда стоили уже вертушки с подсветкой, более красивые или с резными краями и так далее. То есть этих спиннеров очень много. Затем я купила вот такой вот магнитик. Мне он понравился именно тем, что на нем видно все, что мы видели, чем мы пользовались. Значит, этот магнитик стоил 3 магнитика за 1 доллар. То есть, когда я купила один магнитик, он стоил примерно 33 цента. Но мне дали сдачу в лирах с 1 доллара. Почему мне понравился этот магнитик? Во-первых, мне сказали, что он 3D, потому что он в каких-то клеточках. Во-вторых, вот здесь видна вообще расположение побережья Кемера. Вот здесь находится стоянка пиратских яхт. Отсюда мы плыли на экскурсию на пиратской яхте. Вот здесь находится музей под открытым небом, быт турок-кочевников. Мы тоже его посещали. Кстати, хочу рассказать один секрет. Когда ты идешь в этот музей, вход стоит 1 доллар, сдачу тебе не дают. Но если у тебя есть лиры, то вход стоит 2 лиры, то есть практически в 2 раза дешевле. А если ты еще знаешь один маленький секрет, то вот с этой стороны можно подняться по каменной лестнице и вообще зайти туда через приоткрытую калиточку бесплатно. И все, и не надо ничего платить. Но мы платили. Дальше, вот тут находится примерно наш пляж Калиста. А нашего отеля не видно, потому что он был дальше под горой. Там был очень чистый сосновый воздух, лес, гора и так далее. Ну, довольно далековато от пляжа, минут 15 пешком, но нас возил автобус. Далее, вот такой крабик. Обычно они стоят там в магазинчиках по 5 долларов, но можно сторговаться за 4. Это металлический крабик. Ну, я считаю, что довольно дороговато даже для металлического крабика 5 или 4 доллара. Ну, кому что, потому что эти крабики иногда невероятно нужны. Затем, вот такие коробочки, но их было, сразу скажу, 5. 5 коробочек рахат-лукума стоили 3 доллара. И они ни в какую не хотели уступать. Хотя в Алании мы купили аналогичный подарок за 2 доллара. 3 доллара 5 вот таких коробок. Там лежат разноцветные рахат-лукумы. И сейчас у нас осталась одна коробочка, потому что что-то мы раздарили родственникам, что-то ребенок съел сам, и я ему, конечно, помогала. Вот. Еще примечательно, обратите внимание на вот этот значок. Это считается у турков как от сглаза для удачи. И мне еще в прошлый приезд сказали, что нужно вот эту штучку вырезать и положить в кошелек или в ящик рабочего стола. В общем, куда вам нужно, чтобы вам сопутствовала удача. Можно в это верить, можно не верить, но мы так сделали на всякий случай. Затем мы купили еще вот такие вот подстилочки. Они везде стоили по 1 доллару, но я умудрилась найти по полдоллара, купила 2 одинаковые подстилочки. Эти подстилочки размером в ширину 80 сантиметров, в длину примерно 120-121 сантиметр. Они очень удобны чем? Что они, во-первых, очень легкие, во-вторых, быстро сохнут, и в-третьих, на них можно не только лежать, но и вытираться. Сейчас я вам покажу эту подстилочку в развернутом виде, чтобы вы увидели ее размер. Вот, посмотрите, вот эта подстилка полностью развернута, то есть довольно-таки большая удобная вещь, и причем она быстро сохнет, поэтому махровые полотенца носить на пляж неудобно. Они мокрые, долго сохнут, а потом еще и тяжелые. Вот это я не покупала, это сорвала во время прогулки, оказалось там недалеко от центра Кемера, где башня с часами,
росли такие симпатичные кустики. Оказалось, что это лавровые листики, лавровые кустики. Я сорвала несколько листиков просто на память. Они так пахнут, совсем не так, как покупные лавровые листы. А теперь я покажу вам платье, которое я купила, и спрошу вашего совета. Вот смотрите, я купила вот такое платье на рынке фирмы Bye-Bye. Оно темно-синее с красивым восточным узором, и стоило оно всего 15 долларов. Но я, конечно, торговалась. Оно немного мне широковато, но может быть я буду носить с поясом, может быть нет. Но вот сверху оно меня смущает, потому что оно простоватое, а внизу мне нравится. Как вы думаете, что можно сделать сверху, чтобы оно стало поинтереснее? Потому что сверху вообще, ну, очень простенько, совсем простенько, не знаю. Мне кажется, если было поинтереснее что-то тут добавить, но мне не хватает фантазии. Может быть, кто-то соображает в этом, напишите мне в комментариях. А вот низ мне очень нравится. Я люблю такие восточные узоры. У меня есть похожее платье, только бордового цвета, немного другого фасона, но с аналогичными узорами. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте, ссылки в описании. Смотрите другие мои видео по Турции. Будет очень много интересного. И экскурсии, и описание отеля, и еда в отеле, и так далее. До свидания, удачи всем!